Личная встреча якутян с Егором Борисовым решает проблемы. Руководитель республики провел личный прием граждан в общественной приемной президента России, куда с вопросами обратились жители столицы. Поступили предложения о повышении качества образования специалистов сельского хозяйства, о создании рабочих мест для развития кооперации на селе. Также прозвучал вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями и их обеспеченности бесплатными лекарствами. В приемную обратились и люди, которые ждут решения проблемы ремонта и освещения переулка Хоринский с 2015 года. На все обращения полные ответы дали руководители ведомств и администрации. Сегодня в Якутии налажена целая системная работа органов власти с обращениями граждан. Так, к примеру, год назад к Егору Борисову обратилась многодетная мать. Она поделилась идеями по поддержке многодетных семей. Это обращение нашло отражение в указе главы Якутии о мерах по поддержке многодетных матерей в республике. Я прошу мне предоставить программу, которую вы утвердили, и составить график, как вы будете работать по другим дорогам в городе Сиске в последующие годы. Это не только одной улицы Хоринской касается, и других улиц тоже касается. Поучаствуйте с учетом сегодняшнего разговора по контролю реализации этой договоренности, ладно? Да, помогите нам в этом плане, чтобы мы по всему проследили, проконтролировали и довели эту улицу.